Потому что если посмотреть программы партии традиционные, они все были, открываешь, там написано, мы за все хорошее против всего плохого. Бабе цветы, детям мороженое, вот всем счастье. Угу. А правые не были представлены во власти как таковые. На это место сконструировали свободу. Так. И запустили, должны быть какие-то. А кто сконструировал? Я же як людина понаехавшая, да, значит, из Петербурга. Я постійно хочу зрозуміти, воно само виникло, само приползло, правый сектор, свобода и так далее. Чи його сконструювали? Правый сектор – это вообще ситуативный сходняк.